Третья летняя смена стартовала во Всероссийском детском центре, где собрались представители из 43 регионов страны. О творческом проекте «Книга мастеров» рассказал начальник детского образовательного лагеря «Лидер смены» Мария Демьянова. Программа позволит участникам получить новые знания, умения, навыки и реализовать свой творческий потенциал. В детском образовательном лагере «Профи-смена» пройдет конкурс профессионального мастерства «Профи-2015», во время которого участники посетят мастер-классы профессионалов, встретятся со специалистами, станут участниками круглых столов и дискуссионных клубов. Среди участников профильной образовательной смены «Профи-2015» юноши и девушки почти всех регионов Российской Федерации, которые уже самоопределились в выборе профессии, а некоторым только это предстоит. Мы поможем им это сделать в течение смены. В течение смены «Профи-смена» равняется на «WorldSkills Russia». Мы держим за вас кулачки. В этом году в смене проходит подготовка к мировому чемпионату в Бразилии национальная сборная WorldSkills. WorldSkills – это самое престижное в мире состязание профессионалов, которое дает молодым специалистам возможность заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные навыки. В смену приехали лидеры движения WorldSkills в России и организаторы тренировочного лагеря национальной сборной. Я приветствую от имени Министерства образования и науки Российской Федерации нашу национальную сборную. Наших ребят из профтеха, которые сегодня заехали, и у вас начинается новая смена. Сегодня потрясающий день, он очень символичен. Сегодня Международный день профессионализма молодежи. И я от всей души вам желаю персонального профессионализма. Я желаю вам быть единой командой. Я желаю нашей сборной отлично выступить и вернуться с победой своей персональной. Движение WorldSkills за эту смену расширилось, пополнилось еще на несколько сотен человек. Это наше очередное достижение. Я очень рад, что мы действительно так расширяемся. Очень рад, что тут вот присутствуют разные поколения, соответственно, дети разного возраста. Соответственно, я уверен за наше будущее. Осталось, чтобы наша сборная победила. Это наша олимпийская сборная, которая однозначно должна занять одно из призовых мест. Потому что мы, Россия, славились всегда работой, а не словами. Друзья, мы желаем вам успеха, мы поддерживаем вас. От имени Федерального агентства «Росмолодежь» передаю вам привет от Поспелого Сергея Валерьевича. Побольше вам сил и, как говорится, дай пять! Вся национальная сборная по WorldSkills собралась на сцене смены. Мы, конкурсанты национальной сборной 43-го мирового чемпионата WorldSkills, приветствуем вас, смена! Наставники и конкурсанты с разных регионов страны, ранее незнакомые люди, за эту короткую неделю стали одной дружной командой. В смене конкурсанты и эксперты дали клятву быть честными, добросовестными и с уважением относиться к окружающим, судить честно и профессионально. С приветственным словом от руководства лагеря выступил заместитель директора Всероссийского детского центра смены Людмила Секретева. Она пожелала удачи нашей сборной на мировом чемпионате. Сменцы подготовили свои подарки для WorldSkills. Целый день они рисовали плакаты с теплыми словами и пожеланиями для нашей сборной. Покажите примеры, получите, дайте пять! Отлично! В поддержку национальной сборной России была организована акция «Дай 5, поддержи Россию». Руки – символ работы во всем мире. Рука – символ Олимпиады рабочих рук WorldSkills. Сменцы присоединились к этой акции и передали эстафету труда, мастерства и профессионализма дальше. Ребят, большие молодцы! Очень хотелось бы поблагодарить детей, которые рисовали плакаты с напутствиями и сделали такую большую корону «Дай 5». Они очень большие молодцы, нам очень приятно. Очень мило выглядел выход маленьких детей с этими плакатами. Впереди мальчишек и девчонок ждут яркие, интересные и насыщенные дни. Время, проведенное в смене, станет незабываемым для каждого ребенка. Мне безумно понравилось то, что тут много людей. Я живу в маленьком поселке, и кажется, что эти все люди, это весь наш поселок. Мне очень понравилось то, что я увидел флаг, свой флаг, своей Калмыкии. Наша страна просто такая маленькая, я думал, никто никогда не заметит. И очень понравилось, что смена очень многонациональная.
такая веселая, и нет никаких, ну как, ты из той страны, и ты не тот. И тебя просто отстраняют. Мне это очень безумно понравилось, то, что эта смена вообще не такая. Она нестандартная, она нетипичная. И это в ней самое главное. Это самое главное, что можно реализовать себя. Если честно, когда я сюда ехала, я не думала, что это возможно. Ну, в лагере обычно никого не выслушивают, а здесь... Знаете, я вот за первый день уже успела стать командиром отряда. Это для меня вообще шок. Настолько вожатые и дружны, они нас сплотили. Естественно, я ожидаю в каком-нибудь мероприятии поучаствовать. И всю свою накопившуюся энергию за год я хочу отдать смене. За то, что она подарила нам такой праздник.